Облигация или облигация? Облигация. Че? Какая облигация? Я маленькая облигация. Да ты что, с ума сошла? Создатель запомнившихся и полюбившихся всему Советскому Союзу кинолент Станислав Говорухин закончил совсем не театральный факультет. В 1958 году он вышел из стен Казанского университета с дипломом геолога. В геофаке будущий кинодеятель занимался туризмом, спортом, самодеятельностью, газетой. Именно там Говорухин увлекся походами и объездил всю страну. О тех временах режиссер до сих пор вспоминает как о сказке. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, Говорухин принимает активное участие в политической и общественной жизни страны. С 80-летним юбилеем именинника уже поздравил президент России Владимир Путин, отметив его умение трудиться с полной отдачей.